Привет, друзья! Сегодня у нас 15 мая 2021 года. Снимаю прививку, вернее, перепрививку винограда черенками, черенком. Вот такой черенок делаю клином и делаю здесь вот расщеп. Вот здесь расщеп. И... Ну, дальше покажу, как я буду вставлять, как заматывать. Почему пришел именно к такой прививке, клином? Потому что делал и почкой, и делал в боковой зарез, и все получалось. Но потом, конечно, когда снимаешь обмотку, получается, что надламывается, надо подматывать изолентой, фиксировать побег. Вот такая прививка получается клином. Само хорошо потом после прививки показывает, не ломается. Ну, в общем, самое крепкое получается срастание именно вот таким вот клином. Поэтому я у своего приятеля, который достает черенки, вот такие новые сорта, и по сути здесь испытательный такой стенд. Все мы испытываем, а потом, что мне понравится, то я уже беру у него себе. Вот. А так мы здесь, получается, как бы симбиоз у нас такой. Он достает, я прививаю. Вот. Ну, потом дальше покажу еще, где там что, как прививаю. Но в основном понятно, что вот именно вот таким вот, такой прививкой, самая крепкая прививка после срастания. Продолжаю съемочку. Вот получается, что вставил клин. Сейчас покажу, как. Вот клин вставил и лентой плотненько обматываю, пищевой пленочкой обматываю. Вот. И обматываю, я покажу уже, когда обмотаю, обматываю вот эту часть, оставляю одну почку только, не замотанную. Вот. Это получается черным в зеленое. Вот. Ну, сейчас буду делать зеленое в зеленое, тоже покажу, потому что вот здесь еще есть побеги. И вот здесь вот тоже. И дальше покажу, что это, как прививаю виноград. Ну, обратите внимание, что такой черенков таких мощных на прививку даже можно потоньше брать, даже лучше. Но если человек, как говорится, тот, который дает стандартный, кто же будет отказываться от стандартного черенка? Ну, я думаю, что вот одной стороной совмещаешь, и будет нормально все. Срастание. Потом покажу, если уже потом еще съемочку сделаю, потом покажу, если что. Вот опять показываю клин. Вот так с боков немножко это снимаю. Вот именно, чтобы это... Камбий будет, когда обрастать все, в этом месте будет прирастать получше. Вот, ну, что именно прививал, вот это бирка Грация. Грация. А эта бирочка сейчас тоже... Это Басанти. Басанти. Бурдука. Бурдука. Басанти. А Грация чего? Калугина. Это Грация Калугина. Вот на солнышко показываю. С одной стороны совместил. Зеленочка. И плотненько то же самое сейчас обмотаю. Вот уже показываю, что Басанти тоже привит. Вот. Ну что, сейчас еще это, вот здесь вот, вот изумление можно было зеленкой еще привить. Но решили то, что изумление уже есть, то уже, наверное, никуда не денется. Вот уже цветет уже изумление. Вот. Решили, пусть будет посильнее два побега. Ну, сейчас еще вот такие малыши еще сейчас будем прививать. Вот эти вот такие. Такие вот тоненькими побегами, вот такими вот получается вот. Это что, Володя, тут? Брависсимо, да? Да. Брависсимо. А то дынька. А то дынька. Ну, дынька уже у меня тоже привита где-то. Вот так обрезал. Тоже. В боковой зарез, если делать, конечно, боковой зарез тоже хорошо. Особенно малыши такие. В боковой зарез делать. Но что? Боковой зарез тут очень мало остается.
все равно переломается, и шо толку. Вот поэтому сейчас тепло уже это решили делать так вот, что именно клином вверх, чтобы срастание было покрепче.